ערב שבת שלום, פרשת כי תישא ברגליים מלאכות שבת, יהי רצון שתהיה דברי תורה לנשמת כל הנפטרים, להצלחת עם ישראל ולרפואת כל עם ישראל. סיבוני בעזרת השם פתח אליהו נביא שתירי טריצץ, ואתום בעזרת השם שתירי שירים, מנחה היא קבלת שבת, ערבית של שבת. Очень важное правило в Алахот Шаббат. Есть у нас кли ришон, кли шини и так далее. Первая посуда. Что называется первой посудой, которая стояла на огне? Говорит Алаха. Посуда, которая была на огне. Казан, я знаю, чайник с водой, которые были, разогрелись на огне. Они согрелись, жидкость, которая там была на огне, до температуры, обжигающий руку, примерно 40-45 градусов Цельсия, не 100 градусов, как температура закипания, а температура, до которой человек дотрагивается, и у него рефлекторно рука отпрыгивает. Такая посуда, скажем, будем говорить про чайник, который был на огне, он называется кли ришон. Даже если я его убрал с огня или с плата, пока температура там 40 градусов Цельсия или выше, эта посуда варит. Поэтому я не имею права ничего туда положить, чтобы согреть. Потому что, несмотря на то, что она не на огне, температура там достаточная для варенья. Открывать тоже не имеете. Вы открывать имеете, вы можете налить куда-то. Сейчас мы дальше пройдем. Поэтому нельзя туда ставить то, что не сварено, потому что это будет сварено. Но если температура уже там понизилась, этот чайник я убрал с плата, убрал с огня, с плата убрал и положил в сторону, и температура меньше, чем 40 градусов, и я хочу там что-то согреть. Значит, например, женщина хочет согреть бутылку с молоком для ребенка, имеет право туда положить и согреть. Уже температура меньше 40 градусов, не варит даже в этой посуде, которая была на плите, при условии, что есть это не калей-бишуль. Что это калей-бишуль? Есть некоторые вещи, которые очень быстро варятся, как мы с вами говорили, специи и так далее, мы о них будем говорить дальше, и при условии, что эта миска или этот чайник не стоят на открытом огне на шаббат. Это первое. Кли ришон, несмотря на то, что его убрали с огня и газа, он все равно варит. Он стоит на столе, эта миска с водой, но она варит, если у нее температура еще больше, чем 40 градусов. Вторая алаха. Ируй мекли ришон. Выливать. У меня стоит чайник на огне, то я туда ничего не поставлю, я хочу его убрать и налить. Алаха говорит, что так как этот он был согрет на огне, и температура там больше, чем 40 градусов или больше, не имею права наливать эту воду прямо из чайника на что-то сухое, что не сварено. Почему? Потому что, несмотря на то, что я это не окунаю в эту воду, когда я наливаю, вода, попадая сверху, она сварит верхнюю поверхность, кеде клипа. Немного, но она сварит вот это. Допустим, у меня есть кусок мяса, не вареный. Я налил эту воду из чайника, то верхняя часть этого мяса сварится. И этот человек, не дай Бог, нарушит шаббат. Это называется ируй микли ришон, выливание с первой посуды. Но то же самый запрет наливать на что-то жидкое. Но если есть много жидкости, как, например, мы с вами говорили, как мы делаем чай или мы делаем теплую воду, сначала мы наливаем много холодной воды, чтобы холодной воды было в стакане больше 50%, чем горячей, и потом мы сверху добавляем эту горячую воду. Здесь нет опасения, что эта вода, которая в стакане холодная, она сварится. И также есть вопрос, человек выпил чай или воду, у него в стакане остались капли. Я сейчас налью туда горячую воду, эти капли сварятся. Обязан ли я вытереть эти капли в стакане или нет? Говорит Алаха, я вытереть их не обязан, но желательно человек, который будет их вытирать, Бейзрат Ашем получит благословение, или встряхнуть его, чтобы не было там, получит благословение, что даже эти капли, которые ему в принципе не нужны, но он делает все, чтобы не было нарушения или возможности что-то сварить на шаббат. Амин, амин.